Сегодня я покажу тебе одно упражнение, благодаря которому твой прогресс в выходах просто взлетит. А если ты так же, как и я, хочешь стать мастером стрит-воркаута, то подписывайся на канал и будем тренироваться вместе. Когда речь заходит про выход силы, то здесь есть два основных момента, с которыми возникают сложности. Первое – это высокое подтягивание. Но здесь все просто. Нужно стараться потянуться как можно выше от тренировки к тренировке, и со временем сила к тебе придет. Второй момент – это проворот кисти. И вот здесь у многих возникают сложности, потому что непонятно, как именно нужно проворачивать свои кисти. Поэтому, когда я думал над тем, какое одно упражнение можно показать для того, чтобы помочь тебе научиться делать выход силы, я подумал, что нужно именно показать отработку этого проворота. А для этого необходимо найти турник не слишком высокий и не слишком низкий, чтобы ты мог схватиться за него, стоя ногами на полу, и подпрыгнуть. И подпрыгнув, дать себе импульс для того, чтобы потянуться и прокрутить руки. На мой взгляд, это упражнение – это лучшее упражнение для тренировки выхода в силы, потому что оно позволяет понять всю технику того, как делается выход. Потому что зачастую, даже если у человека хватает силы, но он не понимает, как нужно проворачивать кисть, у него не получается сделать выход. Он просто делает очень высокое подтягивание и зависает. На этом моменте у некоторых может возникнуть вопрос. Антон, да, все круто, что у тебя на площадке есть турник подходящей высоты, но на моей площадке такого турника нет. Что делать? Тебе нужно найти площадку с хомутами. Хомуты крепятся, смотри, шестигранничек. Это обычный шестигранник, под который подходит обычный шестигранный ключ, который ты можешь найти, купить, достать в строительном магазине, если вдруг дома у тебя его нет. И, соответственно, с помощью шестигранника регулируется высота этих перекладин, когда они устанавливаются, если ты понимаешь, о чем я сейчас говорю. Ну и традиционно конкурс в конце ролика. В этот раз я также буду разыгрывать перчатки Workout F1, Киберпанк. О них есть подробный обзор на канале магазина Workout, там перечислены все преимущества, все технологии этих перчаток, что делают их самыми совершенными, самыми технологичными перчатками для тренировок на турниках и брусьях. А в нашем случае важно то, что у них замшевая ладонь, которая идеально подходит для тренировки выхода в силы, потому что не добавляет дополнительного сцепления, при том, что защищает тебя от мозолей. Так, напиши в комментариях к этому видео лучший совет, который помог тебе научиться делать выход силой. Я думаю, что поскольку нас смотрит уже с лишним 100 тысяч человек, мы соберем очень неплохую базу полезных советов. Ну а за самый интересный полезный совет, который, на мой взгляд, будет таковым, я подарю пару таких перчаток.